Друзья, мы продолжаем наш турнир HSFall 2015, и сейчас мы решили взять интервью у Алексея, он же Existence. Лёш, привет. Вот, расскажи, как тебе турнир, как тебе мероприятие, как ребята, против которых играешь, ну и, в принципе, общие такие ощущения. Ну, вообще, конечно, интересный опыт, организация довольно неплохая, то есть всем есть чем заняться, турнир для новичков, потасовка. Противники сильные. Бесспорно. Ну, смотри, насколько я знаю, ты играешь против ребят постоянно. Ну, вы нам на Крестовом кафе, в онлайн-турнирах. И вообще, в чем отличие между их игрой вот на турнире и их игрой здесь в онлайне? То есть ли рост, есть ли подготовка, то есть готовятся ли ребята и так далее? Ну, на самом деле у нас очень сильная комьюнити в городе, в принципе. То есть ребята постоянно разговаривают друг с другом, обсуждают колоды, и поэтому растут все потихоньку. То есть кто-то скидывает деку, ее пробуют, ее комментируют. Ну, в общем, так и играем. Понятно. А вообще уровень подготовки ребят к турниру, он как бы намного выше и больше, или ну, ребята все на своем остались? Нет, прогрессируют все. Да, то есть те, кто раньше, допустим, тот же Блуд, Миша, они легенду, насколько я знаю, взяли не так давно, но они теперь ее постоянно берут и берут, и уровень игры растет. Ну и как ты расцениваешь свои шансы на победу, в принципе, и свою игру? Ну, вроде сыграл неплохо, по крайней мере, первую игру. А шансы 50 на 50, либо выиграю, либо проиграю. Спасибо тебе за интервью, удачи тебе на турнире. Спасибо. Будем болеть за тебя. Спасибо.